первый день после болезни, второй день. Мы 2 недели тут все валялись больные. Мы были в Коск. Но я не буду вам показывать покупки, как обычно, одни овощи, молоки и всякое такое. Но я вам то, что хочу вам показать. Это мы купили, там такой набор, стоил, по-моему, $15. 2 бутылки сразу. Вот такое вот органическое оливковое масло. Производство Тунис. Очень красивая бутылочка. Я планирую ее себе потом оставить. Смотрите. Оставить. Там это выбито. Ну, как это выбито здесь. И, может быть, что-то с ней потом делать. Вот. 2 таких классных масла. Советую присмотреться. Их там, я так думаю, редко бывает, потому что я первый раз только увидела. Вот. Да, обязательно было кашлять. Всем hello! Мы продолжаем наши влоги. После небольшого, практически почти месячного отсутствия. В общем, что тебе мешает? Нет, наверное. В общем, мы сегодня, у нас воскресенье. Возможно, день будет насыщен какими-то интересными событиями, возможно, нет. Потому что, в общем-то, у нас солнце, и очень неплохо. Но такой сильный ветер, что противно. То есть погода сочетает в себе понятие противно и неплохо. Да, Пупсик? На дороге. Да. Вот. Поэтому мы думаем сейчас поехать в храм. Я так и не поняла, показывала я вам его или нет, потому что мне все время задают вопрос, куда вы ходите в храм, в какой вы ходите храм. В общем, я вам еще раз покажу. О, бегут. Бегуны, гляньте. О, бегуны бегут. Ну, мы в этот раз не едим, но близки к этому. В общем, потом так поездим что-нибудь, если пойдем куда-нибудь гулять, интересно, я вас тоже возьму с собой. Хочется верить, напишите. Да. Ну и да, оцените мой новый цвет волос, напишите, что вы думаете. Как там, подождите, нет. Ставьте палец вверх, если вам нравится. Вот. Посмотрим потом, по лайкам. Ну опять, все бегут, посмотри, все бегут, да? У нас уснули дети, мы заехали взять буррито. Но они все спят. Очень вкусно. Большой, вкусный. Там гуакамоле. Много. Кто-то все еще кушает. Боря. Вот эта машинка у Бори, которая. Мы ее купили у мальчика. В смысле, он свои игрушки продавал, а мы у него купили. Вкусно, Бубсик? Угу. Очень вкусно. А мы потом уже поедем гулять еще. Когда детей покормим. Тогда я быстрее поехали. Не могу быстро. Федя так медленно ест, кошмар. Просто как какой-то гусеничка, которая ест большую капусту. Можно если мы как-то ее? Вы помните, как это? Бриджит, не смотри на меня. Бриджит. В общем, воскресный вечер мы, видимо, решили завершить домашними делами. Сейчас вам покажу, сколько белья я должна сейчас погладить. Опа! Да, я не люблю гладить мало. Если я глажу, то сразу глобально. Постельное белье. Вещи, тут уже какие-то летние вещи появились. В общем, я гардероб перебрала. И, в общем, ну так, что-то еще по мелочи. Ну, как по мелочи? Наверное, на час точно работы. Сейчас пойду за вешалками. А после я планирую сделать себе маникюр. В том числе удалить нежелательные волосы. Наконец, я буду использовать вот этот вот шугаринг. И насчет маникюра я еще не определилась. Я буду делать и маникюр, и педикюр. В любом случае, это будут гель-лаки. Наверное, на ноги я нанесу красный. А на руки, наверное, опять черный. Прям люблю я этот черный, невозможно. Либо черный, либо, может быть, вот этот серый, я еще думаю. Буду думать. Такие планы у меня на вечер. Ну, плюс мы еще сегодня пойдем гулять, все-таки планируем. Хотя у нас ужасный ветер. Настолько ужасно, что у нас даже через раму дует. Дует сильно. Вот, холодно. Плюс 8 на улице. С ветром, наверное, вообще 0. Вот, так что будем что-то придумывать. К
себя развеселить. Но я сейчас буду веселиться с доской гладильной. Увеселюсь. Вот, ну я пошла. На ужин у нас макарошки, если быть точнее, то спагетти и салат. Я буду только салат, макароны не буду, уже поздно. Есть всякие макароны, поэтому вот делаю тут себе без масла. Вместо масла я добавила хемп-сид, и вот сейчас соль добавлю чуть-чуть. И буду пить воду и немножко вина. Так что вот, может быть, вино тоже можно было исключить, но хочется немножко праздника добавить в воскресенье вечером. Пробуем записать видео за рулем. Я не очень понимаю, куда вообще народ ставит свои камеры. Да. Вот у меня ноздри видно. Я не знаю, короче. Ну, в общем, я, может быть, в каком-то своем влоге говорила, что мы малешка грохнули наш iPad. Ну, не iPad, а планшет Борин. И он немножко не работал с тех пор. И вот, наконец, сегодня я его отвезла аж в Мерком, не знаю, как город правильно называется. Короче, сейчас, черти где от нас. На, как это называется, на ремонт. Его прям при мне сделали, там какой-то контакт отошел. И все. И потом мы с девчонкой заехали в Pacific Mall, кто знает такое место в Торонто. Ой, очень так колоритненько. Я купила себе, как это называется-то, господи, сейчас вам покажу. Как это называется, господи, ну, кейс на iPhone, чехол на iPhone, сейчас вам покажу. Надеюсь, за это меня не засудят, вот так он выглядит. Вот, ну, прикольно. И также купила себе очки за 15 баксов. Они офигенно выглядят. Я вам их сейчас покажу. Я их одену прямо сейчас. Не важно, что погода вообще этому не предназначена. Но вообще просто я в них сразу влюбилась. Но я сейчас обнаружила, что пока, видимо, может быть, я как-то их положила в пакете. Ну, это же пакет, естественно, тебе дают. Чехольчик какой-то. Короче, да, Pacific Mall такое китайское место, знаете, типа вот китайского рынка с китайской косметикой, азиатской. Азиатский рынок, ну, как рынок крытый, да, по-нашему. То есть там азиатские какие-то продукты, в общем, там много всего интересного. Такое колоритное. Я хотела снять оттуда, ну, какие-то видео заснять. Но, блин, с двумя детьми, конечно, вообще это неудобно немножко. И я забыла камеру в машине, поэтому... Да, а очки я вам сейчас покажу. Короче говоря, они у меня в машине... видать, погнулись или что-то такое, и у них вот, я не знаю, как называется это место, вот здесь вот у очков дужка отлетела такая прозрачная фигня, которая должна крепиться. Вот зацените мой вид вот с этой стороны, и мне кажется, ну так больно, неприятно. Сейчас, ну, в общем, зацените мой вид, по-моему, я такая пафосная у них, пипец. Да, я как идиотка еду в этих в очках, да-да-да, дядя Индус, мне так посмотрел смешно. Упси. Вот. И, в общем, мы уже приехали домой, но у меня спят дети, я вообще не знаю, что буду делать. Я не знаю, чувствуете ли вы, как меняется свет, но у нас очень сильно сейчас прям тучами все заволокло, и, видимо, будет ливень прям. Я так чувствую, что я досижу в машине до состояния, когда мне можно будет уже ехать забирать мужа с работы, прикиньте. Вот, я не знаю, вообще, меня видно. А, да, ну, в общем, зацените мою новую, пипец, какую крутую прическу. Ну, мы будем вообще разъезжаться, товарищи, чего мы тут телимся так долго? Дядька, ты туда не влезешь. Ну, не влезь, я тебе говорю. Не влезешь, сейчас долбанешь Мерседес. А, хотя это же не мой Мерседес, долбай. Вот. А почему у меня нет звука, я не поняла. Вот, в общем, сейчас я припаркуюсь на наше место. И да, почему-то я все время паркуюсь здесь криво. Так муж мне говорит, что я кривая. Ну, я же не кривая, мы же знаем, что я приличная женщина. У меня даже загорелись габариты, прикиньте. Настолько... Да, сейчас я вырублю машину. Вот. Не знаю, о чем сказать. В общем, съездили. Было хорошо. В следующий раз мы туда поедем еще раз, потому что у меня сейчас заканчиваются продукты для ухода. Кое-чего из ухода. Я туда поеду, куплю себе азиатской косметики. И в следующий раз я возьму вас с собой. Вот, покажу, что за место. Ну, а пока буду что-то упсеть в машине. Мне моя подружка купила воду ВОЗ. Я думаю, вы знаете, я не больная, все хорошо. Короче говоря, вода ВОЗ, и я теперь... это стеклянная бутылка.
И так как мне нужна была, я, по-моему, говорила в каком-то влоге, ну, бутылка, сейчас летом носить воду с собой, я буду носить вот эту. Она так делает, рассказала мне, я решила, что мне тоже так надо. Ну, знаете, все эти женские штучки. Вот, так что пока посижу в машине, мне там что-то уже какие-то смс-ки пишут с родины. Сейчас поотвечаю им. И это, что я закроюсь. Вот, и, в общем, да. Может быть, что-нибудь будет интересно у меня происходить, я вам тогда расскажу.